предлагается доходной части районного бюджета отразить изменения, внесенные в кассовый план бюджета по 217 статье бюджетного кодекса в части безвозмездных поступлений на 106,1 миллиона рублей. Таким образом, доходная часть районного бюджета в 2022 году составит 3,734,3 миллиона. В расходной части бюджета также предлагается отразить изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись Балаковского муниципального района в части увеличения расходов на 107,2 миллиона рублей за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней и юридических лиц, распределенных в соответствии с их целевым назначением. Увеличить расходную часть районного бюджета на 30,9 миллиона рублей за счет остатка средств муниципального дорожного фонда, сложившихся на 1 января 2022 года на едином счете районного бюджета, и направить их на предоставление межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования города Балакова, в том числе 23,8 миллиона рублей на ремонт дороги по улице Титова, если я поясню, что 85,5 миллионов рублей выделено в бюджет города Балакова, которые будут направлены на ремонт дорог вот 30 лет Победы и части улицы Титова. Вот в связи с необходимостью обеспечения софинансирования и полностью ремонта дороги по улице Титова выделяются эти средства 23,8 миллиона рублей. И 7,1 миллиона рублей направлено на оплату кредиторской задолженности по муниципальным контрактам, заключенным в 2021 году, выполненным в 2021 году, но по которым просто по времени не успела пройти оплату в 2021 году. Задолженность не просроченная,